В честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в городах и районах Сагдийской области запланировано строительство, ремонт и реконструкция порядка 8 тысяч объектов. Ныне в области полным ходом проводятся работы по созиданию и благоустройству. Жители, в том числе предприниматели, также вносят свой достойный вклад в это благородное дело. С 2019 по 2021 годы, согласно планам мероприятий исполнительного органа государственной власти области, в регионах запланировано строительство 300 новых малых и средних промышленных предприятий. При этом только в 2020 году намечена сдача в эксплуатацию 119 предприятий, рассчитанных на 2308 новых рабочих мест. В результате принятия действенных мер только за 3 месяца 2020 года в масштабе области было сдано в эксплуатацию 30 новых предприятий на 464 рабочих места. Наряду с этим для развития промышленной отрасли в области с начала года было привлечено внутренних и внешних инвестиций на сумму 45,3 миллионов долларов. Рост промышленного производства по сравнению с показателями прошлого года составил 107%. В то же время за первый квартал текущего года в плане развития швейной отрасли, в частности пошива школьной формы, в области было задействовано 5 новых швейных предприятий на 59 рабочих мест. В свою очередь, за данный период на швейных предприятиях было изготовлено продукции на сумму 62,6 миллиона самани. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 16,2 миллиона самани. В Сагдийской области также продолжается строительство и уже сданы в эксплуатацию предприятия с использованием современных технологий производства Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Украины и Германии, в которых налажена обработка фруктов, овощей, а также мясной и молочной продукции. Произведенная продукция считается экологически чистой, в основном экспортируется за рубеж, в том числе в Российскую Федерацию, Казахстан, Украину и Европу. Следует отметить, что предприятия наладили плодотворное сотрудничество с дехканскими хозяйствами, заказывают дехканам сельхозпродукцию заблаговременно, то есть перед началом сева. В сфере здравоохранения в 2020 году при финансировании со всех источников были запланированы строительство, ремонт и реконструкция 123 объектов, в которых уже 13 были сданы за отчетный период. Это 2 больницы, 4 медпункта, 2 центра здоровья, 2 точки для проведения обряда обрезания и 3 аптеки. Для создания надлежащих условий для досуга молодежи в текущем году из 21 запланированного объекта уже сдано 5 спортивных залов и 16 спортивных площадок. Зумрад Файзиева, Дильшоди Хушвахт, Новости.